Внимание будет даваться старт первому квалификационному заезду. Дам старт. Реприза приняла старт. Реприза допускает сбой. В основном лошадь должна пройти дистанцию чисто, правильным рысистым ходом, не допустить лишних сбоев и уложиться в стандарт резвости. Дистанция разбита на отрезки по 400 метров, они называются четвертями. Результаты прохождения четвертей объявляются. 40 секунд ровно, первые 400 метров дистанции. Реприза на дальней прямой. Подходит к отметке второй четверти, вторые 400 метров дистанции. Тридцать шесть и пять десятых секунды. Вторая отметка дистанции, вторые 400 метров. Участница квалификации входит в левый поворот. Это последний поворот перед выходом на финишную прямую. Дистанция квалификации 1600 метров. Это один круг нашего ипподрома. На выходе на прямую из поворота находится отметка третьей четверти. Тридцать семь и четыре десятых секунды. Третья отметка дистанции. Реприза на финишной прямой. Внимание, финиш.